Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка. Словно из солнечных лучей соткано это чудо цвета и формы. В этом помещении слух и зрение едины. Концертный зал, в котором слушать музыку, нужно с открытыми глазами. Дворец каталонской музыки в Барселоне построен 100 лет назад. Вообще-то, этот зал – место проведения концертов одного хорового общества. Пение. Победа над силой притяжения. Скромная скульптура девушки словно отделяется от каскада фигур и парит в воздухе. Популярная каталонская народная песня подхватывает ее и под защитой христианского воителя святого Георгия уносит в прекрасное будущее. Это музыкальное вероисповедание Каталонии, патетический гимн, восхваление пения, уходящего корнями прямо в душу народа и объединяющего музыкальные идеалы с политикой. Монументальная аллегорическая скульптура Мигеля Блая врезается в узкие коридоры улочек, словно фигура на носу корабля. Это очень искусный композиционный прием в архитектуре, используемый в крайне узком пространстве и делающий необычным этот шедевр в стиле модерн. Непривычные стеклянные элементы, керамические украшения и покрытая глазурью плитка соседствуют с красными кирпичами и покрывают весь фасад. Вкупе с блестящей мозаикой все это создает весьма своеобразный ансамбль. Как и в других странах Европы, в конце XIX века в Испании на смену пышной дородности классической архитектуры стремительно приходит стиль модерн. Своими динамичными формами он очень похож на стиль, который в это время завоевывает Европу своей экстравагантностью и роскошью декоративных деталей. Но у него свое лицо. Испания означает в данном случае Барселона, а в Барселоне модерн говорит на каталонском языке и называется модернизм. В политическом смысле это архитектурный манифест культурной самодостаточности. Закладка первого камня Дворца каталонской музыки в 1905 году тоже стала событием политическим. Каталонский хор «Орфей». Хоровое общество, основанное в 1891 году с целью поддержать национальные культурные традиции, сразу завоевало успех. В нем появился детский, а позже и женский хор. Дворец каталонской музыки. Потребовалось почти 100 лет, чтобы внешним видом шедевра модернизма можно было любоваться со всех сторон. Так как до 2000 года западный фасад здания был закрыт стеклянной стеной. На одном из старых перекрестков, прямо у стен монастыря, был заложен фундамент. Сложно представить себе, что это здание, утопающее в декоративных деталях, на самом деле имеет индустриальную конструкцию. Пустой скелет из стали и бетона, благодаря которому удалось избежать массивных внешних стен и окутать зал игрой постоянно меняющегося света. Архитектор Луис Доменич и Монтанер
одел прозаичную железную несущую конструкцию в невероятное платье, сотканное из зеркального хрусталя, эмалированной плитки, переливающейся мозаики и светящегося стекла. От цветного великолепия этой стеклянной роскоши зрители теряют дар речи. В этом цветочном раю вы с удовольствием забываетесь, глядя на бутоны и веера пальм. Но необходимо помнить, что трехуровневый храм был возведен не во славу флористики, а во славу полигимнии, музы пения. Тот факт, что хоровое общество сумело воздвигнуть такой великолепный концертный зал без государственной помощи, объясняется экономическим подъемом Барселоны в конце XIX века и возникшим тогда общим интересом к каталонским традициям. Богатые промышленники способствовали развитию местной культуры. Они инвестировали средства в строительство таких вот примечательных зданий в модернистском стиле, которые могли бы привлечь внимание международной общественности. Луис Доменич и Монтанер был избран ведущим архитектором новой школы, к тому же он был страстным сторонником каталонской культуры. Залитый солнечным светом витраж, хор молодых женщин, идеализированные образы вокалисток хора «Орфей» и небесных слушательниц. Центральная люстра, символ солнца, на самом деле светит солнечным светом. Это одно из самых оригинальных решений архитектора. Уже давно не только любители хорового пения провожают молодые билетерши к их местам, а хозяин открывает двери музыкального дворца поклонникам всех музыкальных стилей. Хотя изначально хор «Орфей» избрал этот зал для исполнения только народных песен и классической музыки. Вестибюль. Ежедневно в огромном зеркале отражается волнение ожидающей концерта публики. Сложно себе представить, сколько пар ног поднялись за прошлое столетие по этим мраморным ступеням. И сколько пар глаз с первого же шага были околдованы этим роскошным зрелищем. А когда закрываются двери, по пустым пролетам лестниц летает эхо фортепианного концерта, звучащего для 1800 слушателей и 18 одаренных дам, занявших лучшие места на подиуме. Этот хоровод муз, созданный Эусебио Арнау, воплощает в себе крайне непривычный оркестр, в котором представлены совершенно по-разному звучащие инструменты. Это дерзкая символизация в полном аллегории пространстве.
Помимо хорового пения, в программе знаменитого на весь мир концертного зала есть симфонические концерты и оперы в сопровождении симфонических оркестров. Так что зал привлекает к себе внимание не только своей архитектурой. Может быть, Бетховен и не принадлежит к любимым композиторам билетерши Монсеррат, но здесь он обладает таким же божественным статусом, как Бах, Палестрина и Вагнер. Все они занимают почетные места в передней части здания. Они смотрят на узкие улочки городского квартала Сан-Пере, в котором с XIV века занимались совсем другим искусством. Здесь жили ремесленники-ткачи. А в начале века 20-го в причудливом доме эпохи модернизма поселились великие композиторы. Кому бы не хотелось прогуляться между усыпанными цветами колоннами волшебного сада? А фантазия художника по мозаике Луиса Брю, кажется, не знает границ. Его самое грациозное творение — «Торец дворца». Картина из восхитительно раскрашенной мозаики является превосходным примером каталонского модернизма. Она изображает хор Орфей на ступенях каталонского Олимпа. Звезды вокального искусства всегда были желанными гостями в Доме народных песен. Может быть, она тоже когда-то слушала колоратурные переливы ее тезки Монсеррат Кабалье или мечтала при звуках голоса Хосе Каррероса. На подиуме, под буйством красок, где сегодня играет юная кореянка, выступали, пожалуй, все великие пианисты-виртуозы. Как в 1908 году Рихард Штраус играл в честь открытия зала, тут были Караян, Бернстайн, Ларин Мазель, Рикардо Мутти. Почти все знаменитые дирижеры стояли здесь перед своими великолепными оркестрами. Даже несмотря на то, что не все из них любят музыку, ежегодно 600 тысяч человек приходят к гипсовому Пегасу, крылатому коню Муз, который, казалось бы, без труда замер в своем высоком полете. Дворец каталонской музыки. Однажды он был объявлен лучшим городским строением, а всего одной эпохой позже эта жемчужина модернизма была названа ошибкой архитектуры. И все же сейчас это здание ценится как пример образцового отражения своего времени. Режиссер Кристиан Романовский, оператор Герт Блайхерт. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».